Перед началом серии хочу поставить группу Биржа Радмир Ролиплей. Это очень крутая группа, здесь проходят каждый день конкурсы. Также сейчас проходит конкурс на 5 миллионов. Здесь вы можете продать свое имущество, там машину и так далее. Поэтому ссылочка будет в описании. Всем советую, сам участвую в конкурсах. Вот конкурс на 5 миллионов. Итоги уже будут завтра по этому конкурсу. Поэтому обязательно участвуйте, ссылка будет в описании. Всем приятного просмотра. Так, чуваки, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Радмир Ролиплей, второй сервер. Как видите, блин, настроение меня не очень, потому что у меня бэха еще сломалась это давно. Но из-за того, что мне, блядь, админы просто так дали мут, нахуй знает сколько, блядь, просто. Я не могу вызвать механика, и вообще ничего не могу. Ни репорт написать, ни хрена я не могу, короче. И... как они мне дали мусу, не знаю. На стриме мой фейк зашел, просто меня подставил. И вот и все. Поэтому берем мы вот эту БМВ. И едем на охоту. Но поедем мы не на охоту, не на этой БМВ. Мы поедем сейчас к аренду машин. К аренде, точнее, машин. Так, а что не садится? Можно сесть, алло. Че он за руль не садится? А, во. Я не ту тачку открыл, думал, что за бред, что она не садится. Так, заводим двигатель. Одеваем ремень и поехали сначала в банк. Я сниму денег, потому что... денег вообще нету, блядь. Просто пиздец. У меня вот это, блядь, 27 тысяч на руках. И в банке там 1090, наверное. И все. Я просто бомж. Надеюсь, на оленях мы поднимемся. Я толком не знаю, что надо делать, но... я не думаю, что нужно ехать на вот этой БМВ в лес куда-то там. Я думаю, это будет не по РП. Поэтому сейчас поедем к аренде машин, арендуем себе либо крузак, либо гелик. Наверное, крузак больше, потому что гелик. Хотя мы посмотрим, что будет. В принципе, джипов-то и возьмем. Сейчас поедем в банк, я дома плачу как раз. И сниму свои последние бабки. Потому что снайперка до хера стоит. Потом арендую машину. Ну, короче, да. Все будет жестко. Надо аккуратно ездить, чтобы мне тачку не сломали, потому что, блядь, у меня этот сраный мут. Я уже играю хер знает сколько, и он не слетает никак. Просто никак не слетает. Еще 240 минут, блин. Это так бомбит. И что, я админам не могу написать, типа, вот, что не по ошибке мне дали. И админ меня здесь не знает, как бы. Поэтому вообще безвыходная ситуация. Придется играть, чтобы, блядь... мут сраный, сука, слетел. Потому что это пипец полный. Все, я снял свои последние деньги. Так, баланс 0. За дом я заплатил на 3 дня. У меня на 30 дней теперь он оплачен. В итоге у меня 120 тысяч, пацаны. Но это я вам скажу немного. Тем более с этим БМВ, блин. Я не, теперь не могу БМВ взять свою новую, 540-ую. Ну, а, это полицейский вообще, так. Как там двигатель заводить, его? Все, поехали. Ремень пристегиваем и поехали на аренду машины. Возьмем себе какой-то джип. Так, вот мы подъезжаем, в принципе, да, бочком. Как надо, пацаны нормальные подъезжают на аренду машин бочком. Так, видимо, я вижу там машин много, кстати, да. Можно же гелик 6 на 6 взять, конечно, блин. Но я даже не знаю. Давайте О, Кадиллак. Бля, ну на Кадиллак ехать в лес... за оленями, как такое себе удовольствие, я думаю. Так, как там ее? Во, все, глушим, фары. Все, замечательно. Бентегу тоже, блин, такое, конечно. Я думаю, может гелик вот этот взять. Просто, блин, на Кадиллаке серьезно ехать за оленями, такое. Либо вот этот гелик взять уже. Сколько аренда гелика этого стоит? Нереально интересно просто. Так, 25 тысяч, не, спасибо. Это для нас дорого. А сколько этот гелик стоит? Аренду. Нам просто нужен джип именно. 12 тысяч. Ну, его мы и арендуем, в принципе. Просто, блин, ну, ради вот этого, блин, 6 на 6, ради этих понтов брать его, я не вижу смысла, конечно. Какой-то придурок просто. Ну, куда ты лезешь, блядь? Чё, еблан, блядь, или чё?
просто еблан какой-то. Ну и что ты хочешь от меня? Блять, такие дауны просто. Я реально в шоке. Просто дауны. Какие-то. Так, короче, я тачку арендовал уже другую. Крузак, кстати, он дешевый в аренде. 6000, по-моему. Еще читер украл мою машину. Прям вообще замечательно. Теперь у меня будет не две сломанные тачки, короче, будут. И просто зашибенно. Сейчас мы едем за оружием. Лицензия у меня есть, в принципе. Так, давайте сюда поедем. Хотя, ладно, давайте вперед. Уже поедем. Купим оружие, снайперку, как я знаю, нужно покупать. И вы на стриме там писали, типа, надо снайперку купить. На охоту ехать. Но охота, я знаю, что там раньше в том лесу была, возле Батырева. Сейчас я без понятия. Поэтому сейчас спустимся вниз и купим оружие. Снайперка стоит, по-моему, 54 тысячи 30 патронов. Мы купим всего лишь одну, один раз снайперку, потому что мне всего 100 тысяч. Поэтому... Я думаю, покупать несколько, это будет перебор. Тем более, я не смогу их купить несколько себе. Снайперак. Так, все, мы в рель приехали. Вот, смотрите, дом по хосу стоит. Серьезно, дом по хосу стоит? Не, прям, серьезно. Вот. Сколько он стоит? 250 тысяч. Ты... А, его купили уже, походу. А что он зеленый туда отображается? Да, конечно, эти баги, конечно. Наверное, после ПД сейчас это пропадет. Я смотрю дом по ГОСТу, думаю, нихера себе, блин. А, это ж вот, открываем тачку. Лог 2. Блин. Не, ну все равно я бы не смог его купить, даже если бы он по ГОСТу сломал, стоял, точнее. Потому что у меня есть дом, точнее, квартира, и у меня нету денег столько. Ну, блин, это прикольно было бы, если бы свой домик по ГОСТу угорели. Было бы шикарно. Так, вот магазин оружия. Так, лучше машину. Да уж, конечно. Надеюсь, блин, все-таки читер не сломает мою машину, что маловероятно, но... Так, снайперка. Воздушка, вот СВД. 10 патронов? Серьезно? Да. 56 тысяч. Да уж, конечно. Давайте тогда дигла еще купим. Вот, дигл. Раз. И два. Все, хватит, думаю, все патронов дигла. Ну, серьезно, 10 патронов СВД, 54 тысячи, блин. Ой, 56 тысяч. Не дохера ли часом, блин? 10 патронов всего лишь, блин. Хотя бы, надеюсь, мы трех оленей сможем убить. Так, стоп, это ж не моя машина, просто не забываю, во, всё. Так, теперь нужно найти это охотничий лес, или как это там называется, так, GPS. Интересные места, наверное. Кремль, густой лес, охотничий лес, во. И где он находится? Нихера себе, а чё аж в Лыткарино? Нельзя было поближе это сделать. Ну ладно, поехали до Лыткарина. Нам бензина хватит. Это там... А, там уже заправка есть, поэтому... Да, поехали уже сразу сюда. Сейчас мы можем через Бусаева поехать, в принципе. Что-то ОПГ здесь стоит. Ладно, поедем через Бусаева сейчас по Бурику. Как раз выйдем туда, куда нам нужно. Кстати, там еще один дом по ГОСТу, что ли? Наверное, это баги. Что-то какие-то баги у них с домами здесь. Как бы он горит по ГОСТу, но я думаю, ПД сейчас будет и все. Он не будет гореть по ГОСТу. Возможно, он кто-то словил и просто через ПД он сейчас обновится. Кстати, мне этот крузак что-то не нравился, когда я пришел на сервис. Но что-то вот во весе все-таки прикольно выглядит, я все-таки купил бы. Черненький такой. Не, беленький тоже взял бы, белый такой. Красиво выглядит, в принципе. Но стоит, по-моему, 3 с чем-то, если не ошибаюсь. 3,8 где-то он стоит. Этот крузак. Но мне даже места нету. Надо разве что покупать випку. Тогда только 3 места будет для машины. Ну, блин, прикольно все-таки выглядит этот крузачок. Я бы все-таки купил бы. Проблема в том, что я не знаю, как здесь багажником пользоваться. Ну, надо будет команды посмотреть. Да. А, нет, это логика. Блин, хрен пойми, короче, как им пользоваться. Ну, попробуем разобраться в этом. В принципе, сейчас доедем.
где оленей надо ловить, убивать их. И попробуем багажник открыть как-нибудь. Потому что я реально не знаю, как им пользоваться. И я без понятия потом, куда оленей везти. Куда их потом везти, я без понятия просто. Ну да ладно. Ну куда-то их надо сдавать уж по-любому. Этих оленей. Только куда, вот в чем вопрос. Так. У нас полноприводный крузак, по-моему. Или нет? Ладно, без понятия. Все, мы уже подъезжаем, заправимся мы потом попозже. У нас 20 литров осталось. Так, нет, это дальше надо ехать. Здесь у нас какая-то хрень стоит, кстати. Что это такое? Военная часть или что? Нет, какое-то заброшенное место, короче. Так, ага, вот сюда нам поворачивать нужно. Ну, блин, на джипе, надеюсь, нас за ЕПП не посадят, потому что на охоту приехали. Так. Ага. Вот этот значок, в принципе. Ой, я вижу оленя. Так, стоп, стоп, стоп. Так, надо его не спугнуть. Чего в него не попадаю? Есть! Попал. А что с ним делать теперь, блин? Смотрите, я попал в оленя. Подобрать его. Так, стоп. Сразу приехал, тут оленя поймал. Блин, круто. Только как багажник открыть? Так, стоп. Стоп. Как багажником пользоваться? Стоп. Так, давайте машину загружим в первую очередь. Думаю, олень никуда наш не пропадет, в принципе, но... Машину надо заглушить. Так, закрываем ее и глушим. Как багажником пользоваться, блин? Меню, список команд, дома. Где тут машины есть? Транспорт, транспорт, семья. Общение команды. Блин, как багажником пользоваться? Тайм-меню может, тайм-меню. Где-то на мазнике тайм-меню. Как его открыть, блин? Блин. Хреново. Ладно, сейчас попробуем его подобрать хотя бы. Так, так, Дейер. Во! Мы подобрали оленя. Бля, как его багажник положить? Так, чтобы выбросить оленя. Троп. Блин, а как его багажник положить? Такой скрин сделаем. Как его багажник запихнуть? Короче, пацан зашел на YouTube, посмотрел, что надо делать. Надо же своя тачка, а мою тачку кто-то спиздил. Просто кто-то ее спиздил, блядь. Вон она стоит, короче. Блядь, я по-любому она сейчас сломана, сука. По-любому просто. Вот, блядь, по-любому. По-любому. Просто по-любому она сейчас сломана. И, блядь, я не смогу сейчас ее починить, да? Сломана? Нет, ебаный в рот, она даже не сломана. Как мне интересно, в нее кто-то сел, если она закрыта была. Вот как читер в нее сел? Как мне, скажите, как? Зато ты, типа, можешь поехать точно на охоту, блядь. Потому что у меня уже бомбит, реально. У меня уже так бомбит просто. Я уже понял, короче, как охотиться нужно. Нам нужно 10 оленей, блин. Блин, нам нужно 10 оленей. А где я 10 оленей возьму? Или не 10 оленей? Короче, блядь, это дорогое удовольствие, пацаны. Но я думаю, эти олени у нас останутся в багажнике. Просто вот содержим багажника, нужно там открыть его и так далее. Я точно не знаю, как его открыть, блядь, даже я не смотрел. Я понял, что нужна своя тачка. Нам нужна своя машина, чтобы погрузить этих оленей себе в багажник. На рядовой машине мы не сможем этого сделать, хотя, блин, это глупо. Потому что, блин, а вдруг у кого-то нету машины, он хочет на охоту съездить там и так далее. Он просто арендует тачку и едет на охоту. Но здесь, увы, такого нельзя сделать. Я об этом не знал, я просто, ну... Перед тем, как снимать это видео, я ни у кого не смотрел вообще про это. И поэтому жестко тупил. Сейчас мы едем уже туда, в
принципе, на моей BMW. На моей заряженной бэшечке. Чтобы больше, блядь, ее не сломали, потому что у меня BMW одна сломана. А это моя единственная машина осталась какой-то целая. Потому что у меня только эта BMW и та, и все. Потому что если я сломаю эти две BMW, то все, бля, это пиздец. Надо будет еще поработать, я думаю. Но, блин, как-то я смотрел работу, не помню какую. Какую-то работу, короче, смотрел. То там очень мало платят. А, дороги делать. Но у меня, кстати, уже 4-й уровень, я могу дальнобойщиком устроиться. Может, там нормально платят. Мы об этом узнаем, в принципе. Не знаю, возможно, в следующей серии мы об этом узнаем. Потому что деньги нужны. Деньги нужны, поэтому нужно работать. Конечно, сейчас бы на корче ехать бы за оленями. Да. Но выглядит очень круто бэха это. Мне прям очень нравится. Я бы еще бампер поменял, там есть карбоновый бампер, я бы его еще поменял. И вообще можно спойлер бы поставил, там есть тоже. Но, увы, пока что денег нету на улучшение этой брички. Красавец. Ну и так неплохо улица, согласитесь. Правда, хреново, что у меня глазки, ой, глазки, хвестики пропали на фарах. И спойлер сзади еще у меня был. Ну, думаю, так нормально сойдет. Так, сейчас здесь мы будем сворачивать. Так, давайте GPS подпишем. Интересные места. Охотничий лес. Во, все, поехали. В охотничий лес, короче, будем ловить оленей. Снайперка у меня осталась. Вроде бы как, поэтому все хорошо. Пока что. Только понять бы еще. Так. Ага, мы приехали. Окей, глушим двигатель. Так, теперь как его открыть? Положить. Вам ничего положить в багажник. Окей. Как его открыть можно? Я видел, люди открывали там на видосе. Наверное, через двоечку. Так. Так, а можно его открыть как-то? Ладно, в любом случае мы сможем, наверное, положить туда. Видимо, багажник здесь не открывается на моей машине. Ладно, у нас есть снайперка, так, и нам нужен олень. 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 Так, давайте здесь побегаем, посмотрим. Каких оленей. Олени, олени. Так. Хм. Нужно найти. Не знаю, ездить искать тут не варик, потому что мы тут можем спугнуть. Увидели, я здесь сразу оленя увидел, когда мы приехали на крузаке сюда. Так, ну здесь, по-моему, снайперка такая приятная, я вам скажу. Точнее, АВП. АВП, снайперка, то же самое, в принципе. Так, а можно на эту вышку залезть или нельзя? Нельзя, к сожалению. Ладно, будем искать этих оленей, в принципе. Думаю, мы их найдем. Мы их должны найти по-любому. Конечно, за снайперку, блин, дохера, блин, просит денег, 56 тысяч. Дохуя, дохуя. Теперь понимаю, что не ездит на худо никто. Вы же видите, я здесь только один. Ну что, бля, 54 тысячи. Я это ради вас, в принципе. Да и мне саму было интересно просто посмотреть. Что это такое вообще? Понимаете? Блять, вот чё не везет теперь? Ни хрена теперь не могу найти оленей. Эх. Блин, походу не вырмили здесь, что ли, потому что я уже бегаю сколько, я не могу найти ни одного оленя. Странно. Реально не вижу вообще ни одного оленя. Так, вот я вижу оленя. Так, стоп. Есть. Готовый. Так. Все, заебись. Одного мы убили. Я не знаю, сколько их штук нужно. 10, наверное. Но у меня столько патронов даже нету. Да. Хотя бы пару. Во, еще один. Все, стоять, на. Так. Поперло нам, пацаны. Так, тайк. Дер, дер. Так, погнали его в багажник положим и вернемся за тем оленем.
Хотя можно будет тачку подогнать просто. И ну это круто, блин. Мне очень нравится вот эта охота. Ну, блин, дорого она выходит мне. Это да, последний раз, когда я здесь пока что оленя ловил, потому что на снайперку мне денег не будет. Так, вон наша тачка. Сейчас положим багажник оленя. В принципе, потом поедем за другим оленем. Чтобы побыстрее было все. Я думаю, никогда не пропадет, разве что его свистнут, сука. Его могут свистнуть, разве что. Но надеюсь, этого не произойдет. Так, сейчас в БМВ бы оленей грузить, ну ладно. Так, нажимаем N. Все, положил. И оленя одну штуку. Блядь, это дурная привычка машины закрывать. Сейчас бы впиздили, блядь, пешком пошел нахуй. Так, поехали. За оленем. Где он тут был? Это я его здесь убил, короче. Вот он. Так, глушим. Сейчас возьмем его еще. Есть. Все, заебись. Положить. Так, можно посмотреть. О, два мертвых оленя у меня. Хорошо, так, стой здесь, машинка. Пойдем еще поищем где-то этих оленей. Как-то рандомно так появляется, конечно. Хрен, блядь, найдешь, когда. Так. А, показалось, что олень где-то. Блин. 10 штук надо или сколько? У меня еще 6 патронов, надо еще 6 хотя бы. Вон олень стоит. Есть. Батя снайпер, конечно, жесткий. Так, больше тут нема оленей нигде. Не, ну это очень круто. Прям очень круто. Так, вот еще один у нас оленчик будет, в принципе, 3 штуки, да? Надо еще 5. У меня 5 патронов, надо еще 5 хотя бы. Я не знаю, куда мы потом денем. Наверное, 10 надо собрать. Напишите в комментариях, сколько надо, 10, либо можно и столько отвезти. Так, положить. Все, положили мы. Теперь можно искать дальше этих оленей. Все-таки, наверное, не зря было 10 патронов, только можно, ну, типа 10 патронов купить сразу. Типа 10 оленей. Ну, что-то я, когда переехал сюда за одним оленей, тупанул, 2 раза не выстрелил. Что-то не мог его прострелить. Ну ладно, блин. Хотя бы просто не багажники, наверное, останутся, я думаю. Потом уже когда-то дособираем этих оленей. У меня сколько багажников здесь лежит? 3 штуки, по-моему. Да, 3 штуки. Это на машине поехал, я видел. Блин, ну трудно их искать на самом деле. Они как-то появляются, непонятно вообще. Просто непонятно. Так. Что-то если тачку, кстати, не вижу. За харбом стоит. А, вот он стоит. Блин, надеюсь, с багажника никто нас не вытащит их. У меня дигл есть, я потом покажу, блядь. Моих оленей трогать, нахуй. В принципе, да. Реально, что-то, блядь, очень долго надо искать, искать, искать. Во! Стоять. Есть. Видите, один патрон просрал уже. Ну ладно. Так, больше тут нема оленей. Это будет 4-й, по идее, олень. Ну да ладно. Надо 10 оленей, но, блядь, это дорого, пиздец, эти снайперки. Надо хотя бы было 2 снайперки купить, но у меня денег не хватает. У меня вон все деньги мои. Так, кто едет сюда? Что он от меня хочет? Так, положить. Окей, так, тоже чувак ездит, видите, на этом, на X5. Что-то мне его не нравится, на медленнее его. Так, во, олень. Так, тихо. На ходу, конечно, стрелять в него. Есть. Замечательно. Поперло, поперло немножко, да? На ходу, видите, они теперь двигаются.
Некоторые я когда до этого убивал, они не двигались. Сейчас видите, они передвигаются. Ну прикольно, что мне нравится. Так. Это будет какой пятый олень, по-моему. Да, это пятый будет олень. Ну, выкидывать мы его не будем, конечно. И положим его себе в багажник. Все, да, пять их. Да, пять штук. Но у меня осталось два патрона еще. Еще как минимум нужен один олень. Если мы, конечно, его найдем. Но зигла нельзя их убить, потому что вы их спугнете. Как я понял. Что я пробовал зигла хуярить. Мы его спугнем. Тем более нельзя выписали именно снайперку купить. Потому что зигла я, блядь, не попаду в него с такого расстояния, тем более. Со снайперки, да, можно попасть. А с дробовика. Ну я не знаю, в реальной жизни, мне кажется, тоже снайперки лучше. Потому что так вы, блядь, как к коленю подойдете вплотную, чтобы вот, допустим, убить с пистолета, с дробовика, с автомата. С автомата еще более менее, конечно. И ну все равно со снайперкой это правильно. Это более ПРП, я думаю. Будет. Нет у них этих оленей. Давайте пока GPS посмотрим, может кто-то их надо сдавать. А, интересные места. Брошенное метро. Дорожная трасса. Ну это я уже там был. Наверное, все-таки надо 10 оленей. А где их взять? Ну ладно. Куда их сдавать, в принципе, я без понятия. Без понятия. Но надо все-таки, наверное, 10. 10 штук. Я на видосе просмотрел, тоже там 10 штук надо, по-моему. Но у нас всего лишь 5. Ну ничего, хотя бы мы попробовали что-то такое. Испытали это на себе. Но мне понравилось на самом деле. Если нас здесь будет много, приехать там человек 10. И ловить оленей было бы круто тоже. Я так думаю. Так, давайте еще одного оленя и все. Я отчаливаю отсюда. Так, давайте проглядим. Так. Ох, ты бэха так смотрится здесь, чётенько, да? Ох, ля-ля просто, так. Такой скриншот еще сделаю, оп. Так, все. Вообще четко, да, выглядит? Эх, моя бричка. Больше не маю, давайте последнего оленя. Или уже нету, все закончились. Да, печально, печально. Все-таки давайте одного, ну все-таки еще видеть надо, блин, в этом лесу. Да ладно, думаю, 5 хватит, в принципе. Но куда их вести, я не знаю, поэтому мы здесь будем заканчивать с вами. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.